И вчера ты был агрессивный. Понятно? Я к вам не подходил ближе, чем на 3 шага. Ты ко мне не подходил? Да. Эй, дядя, помнишь, ты вчера меня стаскивал с кровати. Ты вчера стаскивал белье. Я сегодня спала, как бомжиха на вокзале, без белья. Потому что ты мое чистое белье запихал в коробку, в которую тебя вырвало. Ты диваны протри нормально. Ты что, вообще обалдел? Где ключ от двери? Ты куда собрался? Где ключ от двери? Ты нормально вообще? Ты что, балдел? Слышь, дядь? Где ключ от двери? Ты что, балдел? Где ключ от двери? Ты куда собрался? Девчонку повидать. Ты обалдел? Где ключ от двери? Почему дверь не открывается? Не знаю. Тряпку в зубы вытирай, диваны, полы мой. Начищай, понятно? Принес мне продукты. Че я это принес? То, что вы просили. Я тебя просила, что, кукурузу? Вы просили кофе. И что? А нормально, по-существенно не мог. Вот сам и грызи кролик свою, эту кукурузу. Диетические продукты вы просили. Но я же не знаю, что вы едите. Ты вообще что знаешь свои 40 лет? Ты что знаешь? Ты жить-то научись, я второй день. У тебя скоро жизнь заканчивается. У меня как был девственником, так и останешься. У меня в жизни все в порядке, Лера. Что у тебя в жизни в порядке? У меня не в порядке сейчас только одно. Отношения с вами... Я с вами живу всего 2 сутки. Я не знаю ваших пристрастий, ваших интересов, что вы любите есть, что не любите есть. Слушайте, ребят.